Купчая грамота. Купчие записки. Купчие. Старинное русское название письменного документа, воспроизводившего содержание договора купли-продажи. Купчая грамота писалась на пергаменте и бумаге. С XV века для придания полной силы некоторым договорам купли-продажи введена так называемая крепостная форма от слова «скрепление», в которую облекалась купля-продажа с участием представителей власти. Так, Псковская судная грамота 1467 года уже предусматривала совершение купчих на недвижимость в крепостной форме. По уложению царя Алексея Михайловича 1649 года более важные купчие наводчины и дворы должны были писаться подьячими или свидетелями, которые скрепляли акт. Число свидетелей колебалось от 2 до 6 человек в зависимости от важности акта. При Петре I обязательность скрепления была установлена для всех купчих грамот. Согласно своду законов Российской империи 1883 года, в крепостном порядке совершались лишь купчие грамоты о переходе недвижимой собственности.